Сегодня у нас 5 июля 2018 года. Это уже после завтрака у нас, после 8 часов. Время 10 час. Вот пришли тут работать. Здесь вот я обкашиваю, у нас травой все заросло, крапивой вот этой. Вот. А тут вот пчелки поселились у нас под домом опять, очередной раз. Они почти каждый год селятся у нас. Главное, оттуда их не достанешь, они там под полом. А пол не дают скрывать. Даже вот здесь вот мы притаскиваем солому по пути, когда идем на картошку. И между рядками укладываем солому. Это, во-первых, влагу сохраняет для картошки. Во-вторых, будет как удобрение. То есть она на следующий год уже перегниет. Тут жучки ее переработают, какие надо. Под ней влага расхранится. Будут червячки, которые землю спахивают. Тоже обрабатывают. Ну, то есть одно благо. Вот здесь мы вот окучили уже. Это у нас вот у кого-то из кармана, видимо, семечки вываливались сухие. Вот выросли подсолнухи. Вот здесь вот Владимир Юрьевич с Нестором Андреевичем окучивают, тяпают. Вот, а вот там у нас ребятишки по 7 лет, которым Тимофей и Лев, грозное имя, собирают жуков. Так просто не ходи, всегда смотри аккуратно. Внимательно смотрите каждый кустик. Собирайте не только полосатиков, но и крупные, такие красные, крупные, большие такие попадаются. Вот их тоже складывайте в банку. Ну-ка, Тимофей, покажи, что у тебя там. Вот, смотри, вот жучок. Покажи, что там у тебя. Ну-ка. Ух ты, уже большое сокровище у тебя. Молодец. Вон, смотри, сзади. Вон. На кусте сидит. Во. А ты их не бойся, они же не кусаются. Они тебя боятся и трепещут. А ты их боишься. Лёва, покажи-ка, что у тебя там в банке. Что ты там насобирал-то? Ну, у тебя поменьше. Давай поактивнее работай. Ты не просто шатайся, а каждый кустик, внимательно рассматривай, рассматривай. И это. Собирай их. Их тут много, особенно вон там сзади. Тут я вчера вначале тут проходил, они, конечно, перелетают, но все равно их поменьше тут. А вот дальше проходите, там их намного больше жуков будет. Вот опять подсолнух вырос. Вместе не ходите, подальше, на расстояние отходи. Лёва, вон туда, иди в тот участок. Вон туда. И там собирай. Там много. Собирай, собирай. Да, у тебя сокровище, это точно. Хорошее сокровище. В кавычках сокровище, конечно. Да, это на этот, да. Где вот окучили, туда перекидывайте. Да мы это делаем, чтобы не мешало нам. Ну понятно. Но они не взойдут уже, они уже засохли. Даже если они попадут под землю. Перегниют, да и все. Нестор, ты немножко это, старайся это, фору давать Владимиру Юрьевичу, чтобы да, чтоб он тебе по ноге тяпкой не задел, или ты ему? Он меня пропускает, малость. Да? Дай мне немножко фору, вот. Да. Вот я про что и говорю, что хоть немножко уступай, ты же моложе, вон какой у тебя двигатель. У него тут мощная, так сказать, лошадиная сила. Да. Пропадают. Да нет, у него не пропадают. Он молодец, всегда что не попросишь, он все делает. Ну вот так вот, с Божьей помощью и трудимся. Вот у Романа малыша тут все заросло, участок весь. Если бы не вздумал бы всякую нести, как говорится. Сейчас бы уже бы здесь жил бы, до сих пор бы радовался жизни, дом бы начал уже строить. Видится, все промысел Божий во всем. Слава Богу за все. Аллилуйя. Ну вот, продолжаем работать. Уже ближе к обеду подходит время. Вот мои братья там окучивают.
младшие там собирают жуков. Тут я докосил вот. Вот, до конца уже возле дома все скосил. И сейчас поеду на другой объект. У нас там сестры занимаются прополкой грядок. Сейчас проверю их, как они там трудятся. Колеса сильно накачал, подпрыгну и еду. Небо все нехорошее, обещает теплую погоду несколько дней, солнечную. Это Ангелина, матери своей. О. Здесь тоже вот я давненько уже обкашивал, недели две там назад. Уже опять все заросло. Дожди идут, не так часто, но идут. И трава быстро растет. Вот, вот наши сестры трудящиеся. Алина пошла за водичкой. За водичкой? А, воды не взяли. О, Миро. Что-то уже все, спеклись на солнце. Ну что, как у вас, успехи ваши? Вот я тоже пришла проверить. А, капусту хоть живую оставили? Да, это Полина приколола. Полина, да? Молодец, что скажешь. Он сотреваешь до самого конца доколола. Ага, даже... подсолнух оставила в живых. Ну, слава богу, что. Это я вот недели две там назад косил здесь, и опять уже трава сходит все. Где у нас? А, Фося у нас там все шьет, сидит. Иначе, значит, там с этим... Вот, Ирати, конечно, с нами, да, тоже. Я тоже оттуда только что пришла. Угу. На проверку. А, то есть они здесь сами трудились, да? Да, да. Угу. Ну что, вот эту морковку там, я думаю, можно помыть будет. Ну, так мы ее, да, я оставляем. Ага, проведили ее. Мы ее в салат куда-нибудь. О, отлично. А вы что? Да, мы еще. Я там обкосил за оградой, там трава видел, возле Саманова была бы. Да, да, да. Я докосил. А эти там окучивают, Владимир Юрьевич с Нестором. Маленькие собирают, жуков. Один... Так их боялся, этот Тимофей маленький, который поменьше. Да. А сейчас на них наглядеться не может. Не может оторваться. Я у него баночку зовем, говорит, дайте его посмотрю. Мне нравится. То есть полюбил жуков. Вот так вот у нас. Чудеса православные. Ну что, Оля, живая? Не испугайте. Не испугайте, а? Ну понятно. Мы можем чуть посложнее дать. Не надо меня пугать. Так, ладно. А возможно, и не испугаете. Ага. Ну морковку потом соберете всю, принесете. Да, там, да, там да. Обработаете уже. Сразу видно, мать с дочерью, а не две сестры, как говорят. Это мама моя. Да. Моя мама. Так, ну ладно, слава богу, за все. Аллилуйя.